Всем привет, ребят! С вами Алена Иванова. Вы находитесь на моем блоге. И сегодня я снимаю влог. Наша с папой поездка в Омск. Мы уже в Тюмени. Поездка в Омск, а мы в Тюмени. Как пельмени. Да, мы добираемся через Тюмень, потому что в Кургане нет поезда до Омска. Тык-тык-тык. И есть весь мир. Так, будем думать. Мы в поисках батона в Тюмени. Нигде нет батона. Мы уже зашли в магазин на 5. А нам нужен именно батон и именно не нарезной, чтобы сделать хот-доги. Мы сели в поезд. Папа тут мучит уже еды, потому что я сегодня еще ничего не ела, и меня Даня привез на вокзал. Головой. Иногда нужно выйти из зоны комфорта, чтобы потом в нее войти. Давайте идем на камеру. Мне потом в комментариях опять напишут: в мире животных. Только что читала, лежала «Горе от ума», потому что сейчас мне нужно для ЕГЭ по литературе перечитать полностью произведение, чтобы выделить основные все вещи, цитаты и так далее. Вот. Отдыхаю. Вот, наконец-то наша G-Drive-арена. Красивенькие билеты. У нас папа, посмотрите, какая она огромная. Но да, это экран никогда это не передаст, как в жизни. Датский хот-дог только на G-Drive-арене. Он... Ведем 2-1, но сейчас в меньшинстве, 5-3 будем играть. Взяли с папой картофанчика. Шикарная, галешник. Зашел первый, и второй тоже, но первый, конечно, был чума. Один за другим зашел. Это авангард. Ярко-желтые очки, два сердечка на вилке,
авангард, просто посмотрите. От хлопушки ничего не осталось. Сюда. Если выражаться простыми словами, то это трэш. Наш поезд задерживается на 6 часов. И чтобы не сидеть, скрючившись 5 часов, мой папа, как обычно, просто на ходу придумал варик, заселил нас в гостинку. Вот, сейчас тут расположимся, просто будем спать до прибытия нашего поезда. Как обычно, куда же мы без приключений?